Приветствую, я Светлана Хортон. Стою на парковке, так что могу спокойно смотреть на экран. Сейчас стихотворение прочитаю. Дорогого любимого Пушкина. Вдовы Клико или Маэта, благословенное вино. В бутылке мёрзло для поэта, на стол тот час принесено. Оно сверкает и покрены, оно своей игрой пены, подобием того сего меня пленяло. За него последний бедный леп бывало давал я, помнитель, друзья. Его волшебная струя рождала глупости немало. А сколько шуток и стихов, и песен, и веселых снов. Кай я больше не способен. А и любовнице подобен блестящий, ветреный, живой, своенравный, пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и беде товарищ завсегда везде, готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг!